В отеле «Сидевин» в Турции очень много баров. По заказу можно выбрать себе любой коктейль. Сделают тебе хоть со льдом, хоть без льда. Можно и алкогольные. Но я алкоголь не употребляю, так что постоянно беру коктейли без алкоголя. Каждый день пью. То бывает пивко вечерочком, пепси, колу, фанту и всякие-всякие напитки. Здесь я вам и покажу различные виды, что я пил. Как хорошо в жару сидеть и потягивать из трубочки сладенький напиток, коктейль. Вкусно! Можно различные комбинации делать, этих коктейлей заказывать. Ну ладно, сколько набрал, показал вам. Буду продолжать еще пить коктейли, но уже, наверное, больше ролик не буду делать с ними. И так имеете представление, что тут есть. Как хорошо все-таки жить в отеле, где все включено. Обалдеть!